Хищники против гладиаторов. Сегодня Барыс в рамках чемпионата континентальной хоккейной лиги принимает на своем льду московский «Спартак». Команды уже провели утреннюю раскатку. В составе красно-белых в Астану прибыл знаменитый вратарь Доминик Гашек. Правда, пока неизвестно, будет ли обладатель Кубка Стэнли стоять в воротах. Состав команд тренера объявит лишь за час до матча. Последний раз Барыс и «Спартак» встречались в прошлом сезоне в Астане. И тогда казахстанский клуб разгромил соперников со счетом 9-3. Трансляцию матча смотрите сегодня на 7-м канале в 22:30.